Тема домашнего музыкального задания – «Ветер перемен». Но для того, чтобы изменить мир, нужно для начала измениться самим. Ребята, знаете, надо измениться, надо смеяться над собой. А как смеяться? Мы же казахи, обычная, простая, идеальная нация. Угу. Что делать, а? Чё а может, выдумать? Надо изъян казахам выдумать. Точно. Чтоб идеально так не выглядеть, чтобы смеялся весь партер. Может, мы хотя б немножко некрасивые? Да ты что, ты посмотри, какие милые Нурдаулет и Альшер. Ну тогда, ребят, может, узкие глаза пусть будут у нас узкие. Зачем? Пусть называют их все русские. Как? Осколки зеркала души. Ребят, а? Может быть, есть предложение. Мы не совсем аутентичные, а? А может, даже эфемерные, а? Да нет. Может, мы найдем изъян глубокой древности. Нет. Произошли мы в достоверности от самых лучших обезьян. Равиль, ты думай, что ты говоришь. От каких обезьян? Все казахи были лебеди, короли степей. Изящным тонким клювом ели лошадей. Я нашел изъян. Надо гнать этого гуся! Кыш! Кыш! Последнее время ветер перемен дует с востока. Итак, встречайте, на сцене группа «Азия». Россияне, мы пришли для того, чтобы открыть вам глаза. То есть вы сами недавно глаза приоткрыли, да? Теперь нам открыть хотите? Конечно! В каждом россияне есть капля азиата. Объясняйте. Здесь каждый, кто в зале хоть раз суши ел и телевизор корейский смотрел, в китайских кроссовках вы бегали кровь. Мазали нос, евроазиаты. Лови дыхание мое, как я ловлю твое, в сумерках огней даже... Уважаемые дамы и господа, перемены касаются всех. Итак, обычная русская семья. Ой, там на горе, ой, там на горе. Ана, ту запишь, Маган? Соль подать. Я. Да хватит! Он не мой сын. Пойду посуду помою. Сидеть. Ага. Кто он? Ну, он скорпион, он же... Ты что, без гороскоп? Ты посмотри на него, что у него от меня, что у него мое? Рубашка твоя старая, что, джинсы. Одежда? Почему у него глаза узкие? Это у него от яркого света. У него в темноте, не знаешь, как выпучиваются? Ну-ка. Что ты мне лягишь? Я иногда прохожу мимо него и не понимаю, спит он или бодрствует. Так, ты, Мамай, тебе сколько лет? 14 ему. 98-й год, значит, да? О, ты ж на поле чудес ездила! Не-не-не, усов нет. Она? Не меня кисайте, смотрим, Маган, а? Да. Вот что он сейчас сказал? Он говорит, я очень люблю своего папу. Переведи ему, а я твоего поймаю и накажу. Короче так, если он не мой сын, убью. А если твой? Если мой, пить брошу. Равноценно. Ты помнишь его первое слово? Нет. А я помню, я записал на магнитофон. Вот послушай.
Давай, сынок, скажи мама, скажи папа. Назарбаев. А! Казах это, казах! Здорово, соседи! Слушай, сосед, ты мне не подскажешь, здесь сканворд не могу отгадать. Государство в Средней Азии, 9 букв. Казахстан. Фу, точно, Казахстан. Слушай, сосед, а не ты ли моей жене помогал кроссворд составлять на поле чудес, а? Ну, пару слов-то подсказал. Сел быстро. О! Вот он-то финал программы «Жди меня». Пазл-то собрался. Все. Па. Он сказал папа. Ма. Он сказал мама. Помогите! Это ты про нас. Дорогие друзья, главный праздник весны – это 8 марта. И коль уж мы говорим о переменах, то мужчина 8 марта и мужчина 9 марта – это два абсолютно разных человека. Итак, Phantom of 8 марта, акт 1. Твой день, красавица, пора вставать. Слышь, красавица! Ну дай поспать! В постель вот завтрак твой. Корми меня! Уже полтретьего! Ты просто ангел во плоти земной, как мать твоя! Акт второй. Чем больше женщины мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Цветы мои, не поняла. Смотри, второй носок я твой нашла. Ну а где первый? Отстань, не лезь ко мне, приляг со мной. Зачем связала жизнь свою с тобой? И так из года в год бывает. Восьмое марта всех меняет. Пой мне еще! Че ты орешь? Божественно! Ни о чем! Лови дыхание мое, как я люблю твое. В сумерках огней даже шепотит тени. Лови дыхание мое. Уважаемые друзья, вы знаете, перемены везде. Я помню, в детстве приезжал в Москву, 4 часа отстоял, чтобы с Лениным сфотографироваться. А сейчас классно! Приходишь на Красную площадь, Ленины сами подбегают. Перемены, перемены! А я раньше из Домодедова до центра добирался за 3 часа. А вчера ехал, засек 2.59. Перемены, перемены. А вот язык, конечно, сильно изменился. То, что раньше называли позор, теперь пиар. Раньше судорога, сейчас танец тектоник. А вот это барбекю, гаджет, автопари. Уважаемые друзья, мы, казахи, в школе 11 лет русский язык учили, а вы на английский перешли. Просто обидно. Москва, не меняйся. Казахи! Мы верим в чудеса, поднимем паруса и будем с корабля ждать ветра. Боже, этот ветер двигаться вперед. Поможет, и тогда ты понимаешь, что
Уважаемые друзья, нам Москва нравится, которая слезам не верит. А не Moscow never sleeps. С любовью, казахи!